Очередным дропом нас с вами радует, скажем так, Burn Company. Мы здесь будем с вами обсуждать сегодня три бренда целых, даже не два и даже не один, а целых три. Для того, чтобы понять, что, собственно говоря, компания Burn выпустила за последнее время. И мы обязательно с вами сегодня об этом обо всем поговорим, потому что все это уже прокурено в соло. Перед тем, как приступать и начинать разгонять, смею вам напомнить, что на сайте Япона Хука Концептик Дизайн и Соломон действует скидка 10% по промокоду Ваня Забей. Ништяки, вот такие красивые кальяны, классный марпуч можно заказать там. Также спасибо всем нашим партнерам. Огромнейшее, все ссылки на них есть в описании. У ребят там разные всякие активности происходят, поэтому можете перейти, поучаствовать в розыгрышах, в активностях. Будет круто, будет интересно. Также там внизу наши все паблики, не паблики. Можете вот туда перейти, посмотреть и, собственно говоря, возрадоваться. Потому что, а почему бы, собственно говоря, и нет. И мы, собственно говоря, начнем свое повествование именно с бенгера, который вышел, вот, по-моему, чуть-чуть попозже всех. Это бенгер Bella Cola. Это у нас аромат ванильной колы, должен был быть на самом деле, вот. Приехал он буквально позавчера и, собственно говоря, ну, в моем понимании, позавчера, у вас-то там это уже было ой-ой-ой. И прокурен он был уже не один раз. На самом деле, это неплохая ваниль, с которой можно работать. То есть, типа, как история, если вам нужна просто интересная, прикольная, легенькая ваниль, почему бы и нет, достаточно неплохо, но колой там как таковой совсем и не пахнет. Многие ребята в своих разборах вкуса, я уже видел, что говорили, это прикольный кока-кольный аромат. Мне так не показалось. На самом деле я подумал, то, что типа, ну, просто прикольная ванилька. Далее мы с вами переходим к Blackburn. Здесь у нас Siberian Soda и Summer Basket. Siberian Soda — это у нас лимонад Байкал. Мне он не понравился. Почему? Все достаточно просто. Те, кто пил мятную пепси, этот аромат на самом деле узнает. Это, грубо говоря, та же самая мятная пепси, но очень сильно выдохшаяся. Поэтому мне не зашло, ставлю, не рекомендую. Ягодная корзинка. Здесь я, насколько помню, там ягоды разные есть, арбузик тут есть. И аромат, опять же, его нужно чем-то бустить. Бустить бы я его вам рекомендовал ежевикой, потому что с ежевикой этот аромат, мне кажется, заиграет очень хорошо. Ее нужно было чуть поярче докрутить. Арбузик чувствуется первые 15 минут, в дальнейшем просто ягодное кисловатое месиво. То есть в центр покурить можно, как готовый микс, но не то чтобы прям топчик супер, я бы, ну, на самом деле, не сильно бы это уж это и рекомендовал. Ароматный ром. Даже как виноградный ром. Знаю то, что Виталию Чумакову этот аромат дичайше просто закатил. Он говорит то, что он супер, он классный. Мне он не зашел вообще. Просто что-то кислое, алкогольные нотки я там не нашел. Этот аромат мне не понравился, не рекомендую. Пряный улун. Высылайте килограмм, скурю нахер в первый же месяц. Из баночки пахнет не то, чтобы сильно вау. Просто пахнет каким-то легким медовым чаем. По сути, на покуре. Пряный молочный улун с легкой-легкой кислой ноткой, вероятнее всего, которую выдает именно само сырье этого продукта. Не знаю почему, но немножко у меня на перегреве в овердозе выдается сырье. Как так получилось, хуй знает. Аромат хороший, топовый, я бы даже сказал. Я его рекомендую вам обязательно попробовать, потому что это пушка. Дерпир, домашняя груша. А, все, понял, понял. Короче, знаете, на что похоже? У Петер Ральф есть мраморная груша. Вот если представить то, что мраморную грушу Петер Ральф увести больше в напиточное направление, сделать ее не такую насыщенную и яркую, получится вот это. Груша неплохая, можно ее использовать, попадание во вкус есть, но мне лично не совсем вот типа по яркости. Вот по яркости можно было чуть-чуть поинтереснее сделать. Итого. Что мы с вами имеем? У нас есть три взять можно. Это у нас Bella Cola, ягодная корзина и домашняя груша. Я бы не рекомендовал ароматный ром, который виноградный ром, и лимонад Байкал. И супер пушка колотушка. Это у нас пряный улун. Прям рекомендую, если находите, можете брать. Но всегда помните, перед тем, как взять большую фасовку, возьмите маленькую, попробуйте для себя. Потому что наши с вами вкусовые предпочтения могут отличаться. Бернам респект, молодцы, выпускают большое количество интересного продукта, подгоняют нам новиночки для того, чтобы мы их тестировали. Это не может нас не радовать. Вот, спасибо компании Burn, спасибо тебе, мой друг, за просмотр. Помни, ссылки все в описании. И как всегда, по нашей старой, доброй, уже давно сложившейся традиции, мы с тобой увидимся где? Правильно, в следующем видосике. Watch this. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Yeah.